В Калужской области появился уникальный детский городок, и маленьким посетителям там все можно. Полные деревья конфет, поляны, усеянные рупорами. Если она кричит дома, это намного хуже, чем если бы она кричала здесь. Но на целую неделю мы теперь спокойны, она может, так сказать, тихо сидеть, рисовать теперь после того, как выпустит пар. Это знает каждый ребенок. Проведешь палкой по железному забору, и получится музыка. Именно для таких ценителей в лесу установили забор из стальных труб. На каждом арт-объекте предлагается решить ребус. Тот, кто прошел все площадки, получает кодовое слово. Если сказать его на пороге домика, попадаешь в секретную комнату, заполненную воздушными шарами.